Здравствуйте, меня зовут Анастасия. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Масунова Ирина Владимировна, учитель начальных классов школы номер 145 Советского района. Ирина Владимировна, расскажите нам, пожалуйста, когда и как вы решили стать учителем? Ну, учителем я решила стать еще в детстве, так как у меня и мама, и папа учителя, поэтому я с детства знала, кем я стану. Расскажите, пожалуйста, что вам дал этот конкурс? Ну, конкурс дал, наверное, возможность проверить себя, проверить свои силы, ну и, наверное, доказать, что молодые педагоги тоже могут как-то ярко себя проявить. С какими трудностями вы уже столкнулись? С трудностями? Наверное, самая главная трудность – это такой напряженный график. Наверное, и все. Ирина Владимировна, расскажите нам, пожалуйста, как прошел у вас открытый урок? Открытый урок прошел очень хорошо. Был урок окружающего мира во втором классе. Детки активно работали на уроке. Очень понравилось им задание, практическое задание с мячами, где они на мячи в виде арбузов размещали обитателей северного холодного пояса. Ну и в целом ребята очень активно работали на уроке. Урок закончился очень хорошо. А какая тема у вас была на метод объединения? Технология моделирования на уроках в начальной школе. И как вы считаете, хорошо защитили? Считаю, что достойно. Ирина Владимировна, расскажите нам, как у вас только что прошел ваш разговор с учащимися? Какие эмоции? Ну, разговор прошел очень душевно. Честно, не ожидала, что ребята будут так искренне говорить. Особенно так душевно прошла песочная церемония, которая послужила итогом нашей беседы, где в хрустальный графин мы засыпали цветной песок. И каждый из детей называл то, что важно для общения. Расскажите нам, пожалуйста, как вам пришла такая идея с графином? Ну, на самом деле, эту идею я использую второй раз. Первая идея это была... У меня было очень большое желание сделать песочную церемонию на свадьбе. Вот, именно оттуда, именно вот с этого события важного в моей жизни, вот и пришла идея сделать на беседе песочную церемонию, чтобы эта церемония запомнилась детям в первую очередь. Расскажите нам, пожалуйста, каким, по вашему мнению, должен быть современный учитель? Современным, чтобы он мог найти общий язык с детьми, чтобы он владел современными технологиями, чтобы дети не боялись к нему подойти, чтобы он мог им давать не только знания, но и чему-то важному научить. Спасибо вам огромное за интервью и удачи в конкурсе. Спасибо большое.